Вот теплый ручей легендарный. Приехали на теплый ручей. На улице сегодня за двадцатку здесь. Холодно. Короче, ехали сюда по этому болоту на мотособаке. Мотособаки стоят у нас. Приехали мы сюда, стоят два мужичка, спрашиваем, что клюет, они только подъехали. Мелочь, говорит, клюет крупная, нету. Потом они ушли рыбачить, мы стоим, приезжают другие. Спрашивают там, ну что клюет? Мы говорим, мелочь клюет крупная, нету. Точно так же. Чё? Ну, пиздец, отвечаю. Течка идет, тут на пауки рыбачат. Местные манси какие-то. Тут тоже косынка какая-то стоит. Ехали, намерзлись, намучились. Термос, короче, Вован разбил. Колян удочку сломал. Но все равно лучше, чем на работе. Там вот так где-то есть, там тут ямы. От 20 сантиметров глубина до 3 метров где-то есть. Надо искать. Но мы пока здесь на месте встали. Сейчас маленько расцветет. Пойдем поищем, может, что. Если тут не расклеил. Может, прикорм надо кидать? Вован вообще похож на колдуна, на какого-то там, блядь, этих в древних рыцарях. На теплом ручье. Килограмм 10, наверное, весит, да? Вот так поближе. Как она, да, хватала? Смотри, вот так, если увеличить. Ну, килограмм 10. Вообще крупная. Вот в этом месте лед раздолбили маленько. Ван уже два чебака поймал там. Ван, как по клевке? Редко, ну конкретно. Ну, короче, мелкая клюет, крупная нету. Ван, покажи рыбку-то. Подожди. У меня хуй больше. Вот сейчас пойду там, лед разломаю, пойду удочку себе возьму и буду рыбачить. Вован поймал еще одного. Хоть и показал рыбу-то, спрятал сразу. Ну что, чебака ловишь, а? Ну все, сейчас Вована обурим там. Около него будем все рыбачить. Надежда есть, да? Конечно. Привет. Опа. Щука, ёпарасы, ты опять. Опа. 10. На сколько? На трешка, да, где-то? Трешка? Не-не-не, килограмма 4, наверное. Да? Не, на 4 тебе бы лунку на 120 не пролезла. Да. Че, коптить будешь? Да, коптить буду, наверное, на фарш, не знаю, посмотрим. Фарш. Еще. Ну, короче, половина закоптим, наверное. Фаршу можно, да, накрутить, да. Килограмм 20 уже, наверное. Вот. На льдинке сидим. На такой. Льдинка. Тут вода течет. Тонкий, блин. Лед этот с края вообще тонкий. Практически буром пробивается. Вот. Колян рыбную лунку нашел. Че? Я вот даже не буду там буром снул. Ну, Вован клюет тоже. Ну, короче, тут и жалехи будет, и
накоптить и фарш можно накрутить. И опять тоже стукнуло. Что, сошла? Да. Че, не видел, что ли? Не видел. Крупная, да, тоже была? Ну, якорь разогнул, мормышку разогнул. Тащи, хули ты, у тебя уже вытащилось. Вот она. Это полторашка, полтора килограмма. Как. Мелкая, да? Да. Что, отпустим полтора килограмма? Я таких отпускал. Она есть, Лера, слышишь? Эх, рыбы накоптим сейчас, короче. Фарша накрутим. Это тебя засними. Это удочка у нас. На кого это у тебя удочка? На ЧВК стоит? Это да. Пока не клюет, да? Нет, тут пока нет. По берегу шли сюда, там болото одно. Ну, кругом болото. И прямо вот вода бежит. Из берега болото. Это кругом болото. Кругом болото, но... Ничего, места красивые такие. Вован рыбачит. Такая проталина. Там. То ли на косынку он, то ли на этот. Как его, на экран рыбачит. Вован удочку прикрепил. Зимнюю. Зимой на зимнюю удочку все-таки. Там какой-то лоб идет или газотрас. Четыре чебучка поймал. Надо мелкие будет больше. Это полчаса, да, наверное? Да, хуй его знает. Там меньше. Меньше, наверное. Тут вокруг Вовы то лед ломает, то, короче, черпает. Ну, пришла тут бабулька. Давай покидать его, блядь, я рыбачу, покидаю. А когда прямо к тебе кидал? Вот сюда. Здесь так выиграю, здесь рыбачу. Че, прогнал ли? Я вот так выиграю, женщина здесь рыбачу. Так она сейчас пошла с нами не разговаривать. Я говорю, что вы с нами не разговариваете? Она пошла молча, когда че, походу, обиду затаила. Коряга она, нет? Может быть? Колян подошел. Вот тоже такую систему сделал. Зимняя удочка привязал. Без копички. А кивок там дальше привязан. Оп. Что, клюет? Нет. Ну все, время вечер, собираемся домой. Сколько время-то? Время, не знаю, не посмотрел. Да хватит, что за щуки нахуй? Сколько можно? Что, сколько, да? Мешка два, наверное, щуки. Я еще утром сразу домой хотел уехать, когда у нас щука поперла тут. Одного чебака, тут несколько чебаков вытащили. Мешок-то наберется салфановый. Сука. Короче, как обычно, клюет вчера и завтра. Сегодня не клювало. Обычно клюет, только сегодня не клюет. Вам сказали туда на волну пойти. Нет, там сказали за бревно. За бревно? Тут у каждого бревна имя есть. Вот они, видишь? Не колюсь. Вроде бы снег клюет, оказывается. Все, сейчас пойдем до собаки, мы до собаки. И одна кепка плавает на. Поедем до Сурфика и домой. Я раскатываю уже тут пытаюсь поймать что-то, не знаю, не могу. Я на силиконку вот этих шуток тут вытащил. Сейчас покажу на какую. А. Самая ловчая силиконка. Ты по очереди рядом с щукой сейчас. Покажи на какую силиконку. Я вот нахуй привяжу.
я так сейчас брил. Костер жили тут, чай выпили. Че, давай сзади. Нева. Давай. Задняя скорость. Задней скорости не имеем. Не сработал. Че, ребята, авария? Не, закинь где-то. Они бывают нахуй газ не скидываются. Нахуй, как уебало. Там убежали за ней. Это твое очко влекло. Где? А что так быстро все произошло? Блять, прикинь, сейчас бы уехал, бежали бы за ней. Мы равновесие нахуй, нога уже отбивает. Че, как в целях? Заебись! Как на Буране. Снегу только накидывает прицеп. А вот когда модуль впереди стоит, вообще заебись. Вот даже этот мужик, который с модулем, говорит, все, похуй, идет с этим. Когда модуль, без модуля, говорит, зарывается, а с модулем, говорит, похуй, какой снег. Я, говорит, еду впереди, топчу собаку уже, говорит, не валится, толкает, заебись. Она же, по идее, называется толкач. Вот сейчас сурфика грузим. Все, едем направо, сворачиваем. Выехали с севера. Ездим на рыбалку, на хуяр или щук. Не знаю сейчас, как вывозить. Сейчас за вторым рейсом поеду, пока парни грузятся. Все, едем домой.
Все, давайте, удачи. До следующего. По-любому полный привод включил. Ёбаный в рот. Я же сказал, собаку зря убрали. Достаем собаку, дергать будем. Не тянет. Резина хуевая, да? Руслан говорит, резина говно.